Можно снять усики до и после. Я там на всем теле, в принципе. Так, а вы чуть-чуть отойдите от света. Да. Все. Нос видно. Все. Так. Я пока не... Можно увеличить, Лиля, можно увеличить. Хорошо. Чисто одни усики. Сейчас фон же. Капец, солнце. По экрану так раз так. Вот такое солнце видно аж насквозь. Даже как волосок внутри растет. Так, 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 так. О, нет, а мне же надо. Все. Сейчас. Пока нет. Так, смотрите, все, что на лице, кто будет убирать усики, щечки. Многие приходят с кучей тонального, поэтому лицо я обрабатываю спиртом. Протираю, да? Да, протираю. Что... А в конце, конечно, уже перекись, чтобы завершающий этап. Здесь вот тонального нету, да? Не просто пользуюсь. Многих много тонального. Нет, я там маслами мазала лицо. Фирменными. Так. Давай. А закусить? Так, на тыльную сторону чуть-чуть себе только, чтобы много его не взять. Буквально капельку. Все хватает. Так, теперь... Или справа, или слева, или что, подставляем, фиксируем и вообще не убираем. Подставляем. Капли не хватило, ничего. Не, язычок оставляем. Не убираем. Если не хватило, берем еще немножко воска. Нет, оставь, пожалуйста, язычок. Это на второй раз. Лили, вы сколько работаете уже? 16 лет. На депиляции. Да, ну у меня одновременно был раньше и массаж, и татуаж. Так, в носу кому-нибудь из вас уберем? Нет, мне не надо. Все, ладно. Хотите, похотите. Также он застыл, кончик натянули. Вздыхать? Нет. Здесь маленькие волоски. Поэтому живодерский метод. Так. А теперь вы?